Всем добрый день, я Григорий Лепс. Привет, ребята. Ну что, вас очередной раз ввели в заблуждение, да, что я уже умер. Я уже столько раз умирал, что мне уже даже неизвестно, на кладбище столько земли найдется, чтобы меня там похоронить. Никогда, не дождетесь. У меня был гипертонический криз, не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу. Я пролежал там один день, мне прокапали, все в порядке. Никаких вопросов к этому, к моему здоровью, оказывается, нет у врачей, сердце в порядке, сосудами тоже все в порядке. Такое просто бывает. Иногда человек, срывается, я имею в виду физически. Слишком большое напряжение, слишком много работы, слишком много всего чего, что я делал для того, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это как бы не так просто, как кажется, тем более, что мне уже не 20 лет. Тем не менее, к чему я это все говорю? Я это говорю к тому, что 19 числа будет обязательно тот самый концерт, о котором я говорил до того как. То есть Рождество с Григорием Лепсом 19 числа состоится, на котором будут участвовать артисты как и моего центра, так и артисты, которых я любезно пригласил на свой праздник и которые любезно на него согласились. Это очень большие артисты, мои очень большие друзья, я им благодарен за это. Поэтому 19 числа, что бы ни случилось, концерт состоится в любую погоду, при любом течении обстоятельств. Еще я думаю, что в конце концерта я попробую, если для этого останется какое-то время, где-то час буду петь еще свои сольные произведения. То есть, как это обычно бывает, я иногда пою очень много, иногда не очень много. Поэтому я вас всех жду. Я вас очень всех люблю. Концерт, еще раз повторюсь, состоится при любой погоде. Крокус Сити Холл, 19 декабря. Григорий Лепс, Рождество. Счастья, здоровья, благополучия. И удачи вам. Непременно буду. Удачи. Непременно. Не переживайте. Со мной все в порядке.